Ребятки, всем огромнейший привет! Вы, как всегда, на канале «Семья на чемоданах», с вами я, Славян. Судя по первым кадрам, я думаю, что вы поняли, что я приехал в Кабардинку, но не в сам поселок. Здесь есть классная достопримечательность, на которую я очень хочу добраться. И называется это сухогруз Рио. Представляете, в каком-то там году его выбросило на берег в сильнейший шторм. Говорят, что в этом году его будут уже убирать, и очень хочется его все-таки посмотреть. Я добрался, оставил вот здесь машину, здесь стоят два УАЗика, и дорога дальше просто трындец. Я не хочу рисковать, вот, так как мне ехать еще обратно. Ребята здесь возят за 500 рублей. Предложили мне доехать, я думаю, а что нет, поэтому сейчас перепрыгну в УАЗик и поедем туда. Погнали! Меня вот довезли на УАЗике, показал еще дорогу, обменялись мы с ним номером телефона, чтобы когда я поднимался, он позвонил, и он сразу за мной приедет. Здесь, смотрите, установлен памятник 12 декабря 2018 года, Рио, Кабардинка. Люди вот так вот, видите, вешают здесь... Вешают, хотел сказать, нормальные веревочки, а я вешаю вообще маски. Это, конечно, жесть. Он уже у нас виднеется. Вот он, красавец, огромный. А еще здесь, смотрите, сделали вот такие вот качели. Слушайте, ну вообще здорово. Можно покататься с прекрасным видом. Сейчас попробуем. Да, скорость, конечно, маленькая, но клево. С таким видоном. Кайф. Ну что, мы с вами прямо сейчас начинаем спускаться. Кто что говорит? Сложный спуск, легкий спуск, пойдет спуск, с детьми опасно, лучше пройтись по морю, оно вообще не стоит того. В общем, ребятки, сейчас сам лично проверяю, потому что я очень хочу сюда с семьей попасть, с Настенькой и с детьми. На самом деле спуск... Он действительно очень крутой. Я могу сказать сразу, что я не рекомендую сюда двигаться после дождя, либо в какую-то морось, потому что здесь будут просто ноги улетать. Спуститься еще полбеды, а вот подняться в такую гору достаточно будет сложно. Будем идти очень аккуратно. Наслаждаться этими видами, этими соснами. Блин, вообще потрясающе. Ой-ой-ой-ой-ой, вот, слушайте, у меня уже ноги, кстати, только что прям поехали. Я не знаю, мне кажется, что спуск, он даже больше, чем 45 градусов. Точнее, круче, чем 45 градусов. Ноги прям, они не просто идут, они начинают бежать. Идти прям невозможно. И с детьми... Конечно, сразу я могу сказать, что спуск совершать действительно, действительно опасно. Фух, сегодня такой ветер еще ледяной дует и прям аж продувает. Море штормит, даже отсюда слышен шум волн. Потрясающая природа Геленджика. Так, ну что, мы с вами уже прилично спустились. Вот она, качелька стоит. Солнышко, давай припекай. Здесь такой прекрасный запах исходит от сосен, плюс от моря. Но единственное, говорю, что ветер. Летом, я думаю, что здесь спускаться вообще трындец. Почему? Потому что очень сильно жарко. И, ну, просто я думаю, что можно охренеть вообще. По горам вообще лазить летом, это... Не то удовольствие, как делать это, вот, например, сейчас, весной, либо, например, даже зимой. Смотрите, дальше у нас начинается вот такая дорога, такой спуск из камня. Предельно аккуратен буду. Сухогруз, конечно, красавец. Он уже такой весь ржавый. Я думаю, что в первый год, когда он только встал на мель, он был... Такой яркий, красивый, ну, по крайней мере, по фотографиям. Возможно, они, конечно, все обработаны, но тем не менее, слушайте, у меня, конечно, ноги устали.
Оп, так. Двигаемся, двигаемся. Вот я не знаю, ноги, они не могут идти, они вот прям, знаете, такими мелкими-мелкими шажками у меня прям перебираются и бегу, то есть я даже не иду, происходит такой мелкий бег прям. Здорово, здорово, сосновый лес, этот гигант Рио, море, мы вообще здесь абсолютно одни, понаслаждаемся. Фух. Слушайте, ну спускаться, правда, спускаться, я думаю, что легко. Устали только ноги, потому что они в таком очень сильном сейчас напряжении. Море, кстати, очень сильно штормит. И есть вариант, что мы просто... что мы просто сейчас... спустимся, и он нам не даст. А вон там ребята в той стороне идут. Видимо, тоже спускались к сухогрузу. Шикс. Ой-ой-ой. Видите, как дорога какая. Я на самом деле, сколько смотрел тоже информацию про этот корабль, я так и не нашел тех, кто может четко показать весь спуск. Не просто как подъехали, а как и как уже там оказались, а вот прям вот так вот. Показывать каждый шаг, какой он, этот спуск. Кстати, смотрите, я вон там вот увидел лавочку со столиком. То есть можно передохнуть. Ну вот, и как я и говорил, море настолько сильно штормит, что подойти вплотную к сухогрузу у меня не получится. А еще нужно было брать... правее, потому что, видите, здесь такая какая-то канава, такой обрыв, и дальше идет обрыв плиточный. То есть вот здесь вот мне сейчас нужно каким-то образом будет забраться. Опа! Слушайте, и сразу что... Ой-ой-ой-ой-ой, какой здесь спуск? Бросается в глаза. Это, конечно, вот это вот сральня, друзья. Я вас очень сильно прошу, если вы приходите в такие прекрасные места... Уносите с собой мусор. Не нужно с собой много брать, потому что если вы не доедите, не допьете, то вот так вот оставляется вся помойка. Так, чуть-чуть еще двигаемся дальше. Я уже вижу даже якорь этого Рио, представляете? Нам все-таки удастся на пляж. Я вижу, что там пляж сухой. Ух, какой он гигант, друзья! Так, вот сюда вот двигаемся. Будем спускаться к пляжу. Вот это красотища, а! Шик-шик-шик-шик-шик-шик-шик. Опа! Эти сосны. Это прекраснейшее море. Этот шум. И посмотрите, я не верю своим глазам. Наконец-то я здесь. Посмотрите, какой красавец. Просто невероятно. Ребята, мы это сделали. Мы добрались. Да, Рио. Посмотрите, какой он красавчик. Я просто в шоке. Он действительно огромный. Он не маленький, он громаднейший. Он такой мощный. Обалдеть. Просто, друзья, обалдеть. Дальше вот еще спуск. О, я представляю, какая здесь красота, когда штиль на море. Ой-ой-ой. Оп-оп-оп. Какая красотища. Не передать словами. У меня он почти уже даже в камеру не помещается. Здесь вот такие плиты. И бесконечный дикий пляж. Вы просто вдумайтесь в силу моря. В эту силу моря, которая смогла выкинуть такую громадину. Просто невероятно. Вон лестницу кто-то поднимает. Обалденно. Честно говоря, находясь рядом с такой громадиной, становится на самом деле немножко не по себе. Страшновато. Потому что
Вот сила Черного моря, она, ее не передать словами. Но я не знаю, как может вот такую вот громадину выкинуть просто на мель оттуда-то, откуда-то, с открытого моря. Посмотрите, какой мощный якорь. Обалденно. Супер, Супер Рио вот написано, Супер Рио. Как бы сложно не было подняться и спуститься, ну кто что говорит, что это стоит того, что это не стоит того, я скажу, что пока он стоит, это точно стоит посмотреть, точно стоит увидеть своими глазами. Ау! Вот это дела! Чуть ногу себе проткнул, железки всякие торчат. Какой якорь огромный. Здесь так вот, видимо, люди разрисовывали его раньше, когда он только стал этой достопримечательностью Геленджика. Ноги не идут, устали, и я запинаюсь прям об камни. Слушайте, интересно же, его не завалило, да, на бок? А вот он прям как будто бы его сюда привезли, вертолетом спустили, и все. Можно, кстати, пойти вообще вот просто вот вдоль берега вот так вот гулять и выйти в Кабардинку. Обалдеть, конечно. Здесь вот лестницу, видите, выставляют. Можно сколько-то там заплатить денег кому-то, не знаю. И вам там сделают экскурсию поверху и даже по каютам. Вот так вот. Ой, смотрите, там у него лодки. Вот они. Типа, в случае чего-то, да, когда их выкидывают. Огромнейший, как он правильно называется, не знаю, ну, типа, руль, да? Вот этот плавник поворотный. Нереальная красота. Да, теперь хочется, знаете, здесь побывать, когда здесь штиль. Очень много мусора. Сильно здесь штормит. Опа. Вон, каких только ботинок нету. Здесь все что угодно. Какой красавец, а. Обалденно. Да, друзья, вот такой вот сухогруз Рио. А вот здесь нам уже виднеется весь Новороссийск, вот он, как на ладони, а за поворотом, получается, там как раз и Кабардинка. А это, кстати, вот у него, видите, между рулежкой торчит винт. Да уж. Сейчас, пока снимал, там люди какие-то выходили на палубу. Смотрели. Что-то как. Видимо, кто-то там живет, тусуется. И собирает дань для туристов. Так что вот если хотите подняться наверх, то, конечно, можете это сделать. Я не буду. Не совсем мне интересно. Я просто хотел его увидеть вот в таком вот виде. Мы, кстати, ехали. Я у этого спросил водителя. Я говорю, что его в этом году должно убрать. Он говорит, срок еще до 25 года, то есть его стоянки, видимо, вот он еще будет стоять 20, до 25 года, а потом уже будет принято решение, убирать его или не убирать, или вообще какая-то дальнейшая судьба его будет известна только аж вот в 25 году, поэтому его вроде убирать пока не будет. Я очень хочу вам показать цвет воды. Сейчас я здесь спрыгну. Опа! Я надеюсь, он передаст вам. Смотрите, она какая-то... Я даже не знаю, какого цвета такого искусственного. А здесь песок, гляньте. Красотища. Ну, я говорю, вот прям рядом стоишь и страшно. А прикиньте, начнет заваливаться. Конечно, навряд ли, но тем не менее. Беспокойные такие ощущения, они все равно есть.
Альбатрос 2019, да. В общем, кто что сюда приходил, писал, рисовал. Мы отсюда пришли. Там еще есть тропы. И получается, что троп здесь несколько. Есть вот сложный. Мне кажется, что мы спускались по очень крутому спуску. И будем сейчас подниматься. А по-моему, подальше там есть поменьше такой, и не такой напряжный. Ах, как волны здорово об него разбиваются и сюда заходят, на берег. Я еще знаю, что люди сюда даже на сапах доплывают из Кабардинки, когда на море штиль. Они берут доску и очень-очень плавненько. Пока ходил, вот нашел сейчас под ногами ракушечка. Остатки рапана. Красота. Как вам, друзья, кораблик? Пишите в комментариях, кто здесь был, кто ходил, кто по каким тропам до него добирался. Обязательно напишите. Пляж. Дикий пляж, так называемый. Да. Очень красиво. Я еще хочу вам показать вот такую линейку. У него сделано, смотрите. Видите, это, видимо, глубина, на которую он уходит. И вот максимальная 10 метров. А вот это что такое 2 метра написано? И хочу зайти тут такой шторм-то, а? Поднялся. Вот это 2 метра, не знаю, что такое. Что-то волны прям какие-то. Что, ребятки, как вам кадры? Пишите комментарии. Полетали, мне кажется, от души. Я начинаю подъем в 11:34. Посмотрим, за сколько поднимусь. Меня на самом деле сразу вот последний, как бы, когда спускаешься, это последний участок, когда поднимаешься, он первый. Он самый сложный, потому что ноги могут на вот этих маленьких камушках просто соскользнуть. Вообще лучше ходить, конечно, в специализированной обуви. Так. Посмотрим, за сколько я поднимусь. Посмотрим, насколько я устану от этого подъема. Но подниматься однозначно нужно. Говорим пока этому красавцу Рио. Очень хотел его увидеть. Это была даже какая-то мечта. В Телеграме выложу фоточки. Все фотки с этого корабля, который я сделал с дрона и просто с камеры. Все, начинаю. Восхождение туда, к УАЗику. Надо, кстати, сейчас водителю набрать, что я поднимаюсь. Я не знаю. Я вот метров 10 прошел. Фу, но я уже устал. Потому что идешь вот просто вот так вот. Вот так вот на носочках.
пытаешься схватиться даже за дерево. Вот здесь спуск, точнее подъем, пока сложный, пока даже очень, потому что приходится как будто бы прям ложиться, фух, на землю. Так, я, по-моему, пришел оттуда, значит, и буду идти тоже туда, как говорится, чтобы не заблудиться. Ладно, спрыгиваем. Опа! Сейчас 39 минут, я полпути прошел. И вы знаете, мне так кажется, что этот путь, он самый сложный. Потому что он самый короткий. Ну вот я за 5 минут, вот представляете, с самого низу поднялся. И вот она виднеется уже, качелька. То есть мне осталось еще буквально 5 минут. Но подъем настолько серьезный, что у меня одышка такая, как будто бы я километра уже 3, может быть 4 пробежал в таком хорошем темпе. Ну, сами слышите, я давно так не дышал. Так, ладно, еще чуть-чуть. Ну что, ребятки, я добрался. За 11 минут я покорил эту вершину. Ой, сказать, что это было просто, либо легко, нет, это было сложно. Ноги вообще забились, гудят. Пошел бы я туда, по этой тропе с детьми. Ну, наверное, нет, вот именно по этому спуску нет, потому что действительно он очень сильно крутой, он опасный. Нога выскользнет у ребенка, все, его не поймаешь. Ни поручни уже, как бы, ничего нет, это дикое место, это просто такая случайно получившаяся достопримечательность. Поэтому, если вы сюда пойдете, будьте очень внимательны. Вон там получается качелька, где я поднялся, а вот здесь вот есть еще, видите, такая тропа. И она, ну, даже видно по ней, что она не такая крутая, и она идет более плавно. Вот по этой тропинке, скорее всего, идти дольше. Возможно, как-нибудь в другой раз как раз и попробуем эту тропинку. Вот. И еще я хочу сказать то, что очень хорошо, что я не поехал сюда на своей машине. Вот до сюда. Потому что дорога здесь, ну, полный трындец, ветки. Я бы себе расцарапал бы всю машину, скорее всего, где-то там порвал бы колесо. В общем, лучше всего оставить, заплатить 500 рублей, испытать некое такое удовольствие на этом УАЗике, особенно, наверное, летом, когда крыши, они расчехляют. Вот, поэтому лучше поступить так. Ну, либо оставить машину и прогуляться пешком. Я хочу так сказать, что этот выпуск, он был долгожданный, он был мечтой, и он был некой целью. Вот, учитывая, что я сюда приехал на денечек по работе, я осуществил эту цель, эту мечту вместе с вами. Поддержите выпуск, напишите комментарии, поделитесь этим выпуском в свои социальные сети. Эта поддержка очень сильно сейчас необходима в таком формате. Я вам еще раз покажу сейчас эти виды, и в завершении выпуска поставлю классный таймлапс. Пока не переключайтесь. Гляньте, какая красота у нас открывается здесь, с этой вершины. Я жду УАЗик, когда за мной вернется. Красота, просто красота. Вот он Рио, вот он море, потрясающие красоты. Ну и, друзья, ловите таймлапс. Я с вами прощаюсь, увидимся с вами совсем скоро в новом видеоролике. Пока!